Вот Роман Малыш тут строит. Лезьте туда специально. Я думал, все. Вы уйдете уже. И я очень боюсь. Любой оторвись и падать с этими железяками. А нельзя сделать было, как вот лазят по столбам кошки-то? А кошки есть у меня вот на такой электрический-то. Который поменьше диаметр? Ну, так это, надо какие-то... Ну, она упадет, пойдешь, она уже наклонилась. Тут надо просто маленько как-то забросить, крючок или что-то, и тянуть в сторону. Ну, там подумаем. Вот это вот резинки всякие ты натягиваешь, ну какая же это крепость-то? Это страховка. Да чего ж я боюсь, это вот прямо не могу выразить как. Вокруг всякие разные вот эти вот сучки, вот это торчат. Их все выруби вокруг. Соломы-то много у тебя. Можно было тут копну какую рядом положить. Прежде, говорит, постели соломки. А ты как хочешь, штучки привязывать и опускать? Хочу вот это обрубить и там вверху завязать ремень, чтобы мы, когда, чтобы тянули. Ремень нужен. Ремень-то не удержит. Может, проволоку какую? Ремень не удержит? 10 тонн удерживает. Теоретически. Теоретически. Ну вот те здоровые мы, он удержал-то? Не знаю. Там толстые были. Ну вот эти ветки там будешь обрубать, да куда они падать будут, как? Да вот сюда будут падать, что? А они упадут на провода, замкнут. Да я высоко сильно не буду залазить. Их прежде чем отпиливать, каждую надо привязывать, чтобы оно... На веревке повисло. А потом тут снять. До больших подлезу. Ну, может, что-то сейчас на веревке будем спускать. Посмотрим. Ну, прямо до того, не знаю как. Вот склонилась-то на эту сторону. Может, провода бы все где-то отключить, обрезать. Так она на тот кабель упадет. Я об этом думал. А кабель-то я не сниму. Провода я сниму, а кабель не смогу снять. Вот в чем беда. Ну так, дело в том, что вот эти начать первые убирать, а потом ее тянуть на это место, на кабель она не упадет. Вот этот поворот на 90 градусов можно вполне. Тут же сколько собралось? 3, 4, 5, 6, 7 мужиков. Ладно, подождите, не мешайте пока. Вы должны были уходить, почему вы здесь? Должны были уходить. Не приведи Господь это упасть. Я даже вот внизу стою и уже заранее боюсь. Так. Так ты ветки-то чего будешь? А вот провода-то сказать, как отключить-то, вот это бы надо сделать. Вот, видите, вот до тех длинных веток я вот это все убираю, и там я зацепляю ремень вверху. Все, потом к тому, видите, большое бревно, здоровенное, целое. Но. К нему ремень притащить, чтобы оно не дало ему сюда, то есть страховочный. Да. И я когда чуть-чуть подпилю, и братья будут тянуть туда, и оно должно вот туда упасть. Ты сейчас лезешь только, чтобы... Ремень зацепить, все. Зацепить ремень. Ну сюда хорошо, но тот кабель... Вот тот кабель нет, кабель тут ни при чем. Вот если ремень будет, вот эти первые два убрать, место дать и тянуть вон туда, вон как бы к бане. И она на разворот туда пойдет. Только провода тут мешают. Вот. Можно так. А провода это 4 провода. А где они отключаются-то? Оно порвет их. Ром, воды. А, вот, ну, надо пойти набрать. Вся беда в том, что она в сторону проводов и дугой туда. Вот это опасно. Вот это опасно-то что? Да. И ветер дует на эту сторону. Да. Нет.
только опасно и страшно.